Добрый день, ребята. Начинаем урок литературы. Сейчас у нас будет проверка, небольшая проверка домашнего задания. Сейчас мы включим тесты, контрольные тесты по теме поэма Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Тесты будут на 7 минут. Сейчас включим тест, и вы будете выполнять. Готовы? Запустили, да, все хорошо.
Так, ребят, время прошло. Так, завершаем домашнюю работу. Так, Кирилл, я продолжаю, да? Итак, закончились 44 участника. Все, завершаю, я закрываю, да? Угу. Хорошо, ладно. Угу. Все, ребята, проверка домашнего задания у нас завершена. Закончили 61 участник закончил. Хорошо, молодцы. Еще больше. Так. Очень мало правильных ответов, что интересно. Вот у кого-то 6. Алексей. 7. Итак, продолжаем нашу тему. Сегодняшняя наша тема. Михаил Юрьевич Лермонтов. Творчество, судьба, основные мотивы лирики Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в городе Москве. Детство провел в имении Тарханы, расположенном в Пензенской губернии, принадлежавшем бабушке поэта по матери Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Она была умна, образованна, властолюбива. Внука своего любила без памяти, и Лермонтов отвечал ей большой искренней любовью. Русская линия рода Лермонтовых ведет свое начало от Георга Лермонтова, выходца из Шотландии. В поколениях, ближайших ко времени поэта, род Лермонтова считался уже захудалым. Отец его, можно включить, так, презентацию можно включить, Кирилл? Отец его, Юрий Петрович, был пехотный капитан в отставке. Красота и столичный лоск Юрия Петровича пленили единственную дочь
нервную и романтически настроенную Марию Михайловну Арсеньеву. Несмотря на протесты своей гордой матери, вскоре она стала женой небогатого армейского офицера. Постоянно болея, мать Лермонтова умерла весной 1817 года. Но в 3 года Лермонтов остался без матери. Бабушка Лермонтова перенесла на внука всю свою любовь к умершей дочери и страстно к нему привязалась. Но тем хуже стала относиться к зятю. К зятю. Сейчас покажу отца. Вот Юрий Петрович так выглядел. Дальше. Мария Михайловна. Распри между ними приняли такой обостренный характер, что Юрий Петрович вынужден был уехать в свое поместье. До самой смерти длилась эта вражда, и ребенку она причинила очень много страданий. Первыми учителями Лермонтова был какой-то беглый грек, домашний доктор Ансельм Левис и пленный офицер наполеоновской гвардии француз Капе. После смерти Капе был взят в дом французский иммигрант Шандро, которого сменил англичанин Винсон, знакомивший Лермонтова с английской литературой, в частности с Байроном, который сыграл в его творчестве большую роль. Из русских писателей на него повлиял сильнее всего Пушкин, перед которым он преклонялся всю свою жизнь, а из иностранных Шиллер, особенно первыми своими трагедиями. Так, покажу еще. Вот он маленький был, ему около 3 лет. Побольше. Вот бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. В 1829 году возникает серьезный интерес Лермонтова к личности и поэзии огромного Байрона, который поэт всю жизнь свою достигнуть бы хотел. Осенью 1830 года Лермонтов поступает в Московский университет на нравственно-политическое отделение. В университете Лермонтов пробыл менее 2 лет. Профессора, помня его дерзкие выходки, срезали его на публичных экзаменах. Он не захотел остаться на 2-й год на том же курсе и переехал в Петербург вместе с бабушкой. В Петербургский университет Лермонтов не попал. Ему не зачли 2-летнего пребывания в Москве и предложили держать вступительный экзамен на 1-й курс. Он не захотел. В 1832 году, по совету своего друга Столыпина, он решил поступить в школу гвардейских юнкеров. Почти одно время с ним поступил в школу и его будущий убийца Николай Соломонович Мартынов, в биографических записках которого поэт-юнкер рисуется как юноша, настолько превосходивший своим умственным развитием всех других сотоварищей, что и параллель между ними провести невозможно. Он поступил в школу, по словам Мартынова, уже человеком, много читал, много передумал. Другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собою. Лермонтов пробыл в школе 2 страшных года, по его словам. Смерть Пушкина показала Лермонтова
русскому обществу со всей мощью его гениального таланта. Лермонтов был болен, когда разнеслась по городу весть об этом страшном событии. До него доходили разные толки. Некоторые, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, находя, что Пушкин не имел права требовать любви от жены поэта. И он и сделал его на бумагах. Так, он не имел права требовать от любви жены своей, потому что он был очень ревнив и дурен собой. Негодование схватило поэта, и он все это излил на бумагу. Сначала стихотворение заканчивалось словами, и на устах его печать. Речь идет сейчас о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». В таком виде оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю восторгов и в высшем обществе возбудило негодование. Когда Столыпин стал при Лермонтове порицать Пушкина, доказывая, что Дантес иначе поступить не мог, Лермонтов моментально прервал разговор и в порыве гнева написал страстный вызов надменным потомкам, последние 16 стихов. Стихотворение было понято как воззвание к революции. Началось дело, и уже через несколько дней, 25 февраля, по высочайшему повелению Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Благодаря связям бабушки 11 октября 1837 года последовал приказ о переводе Лермонтова в Лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк, стоявший тогда в Новгороде. В начале января 1838 года поэт приехал в Петербург и пробыл здесь до половины февраля. После этого поехал в полк, но там прослужил меньше 2 месяцев. 9 апреля он был переведен в свой прежний Лейб-гвардии гусарский полк. Под Новый год 1840 года Лермонтов был на маскарадном балу в благородном собрании. Присутствовавший там Тургенев наблюдал, как поэту не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки, одна маска сменялась в другую, и он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них сумрачные глаза. На балу у графини Лаваль 16 февраля произошло у него столкновение с сыном французского посланника де Барантом. В результате дуэль, окончившаяся благополучно, но повлекшая для Лермонтова арест на Гаувакте, а затем перевод на Кавказ. Это его рисунки. Во время ареста Лермонтова посетил Виссарион Белинский. Белинский пришел в восторг и от личности, и от художественных воззрений поэта. Лермонтов снял свою маску, и в словах его почувствовал столько истины, глубины и простоты. По дороге на Кавказ Лермонтов остановился в Москве и прожил там около месяца. 9 мая вместе с Тургеневым, Вяземским, Загоскиным и другими присутствовал на обеде у Гоголя в доме Погодина и там читал свою поэму «Муцерий». 10 июня Лермонтов был уже в Ставрополе. В 2 походах в Малую и Большую Чечни Лермонтов обратил внимание на себя, начальника отряда, расторопностью, верностью взгляда, пылким мужеством и был представлен к награде золотой саблей с надписью «За храбрость». В половине января
1841 года Лермонтов получил отпуск и уехал в Санкт-Петербург. На другой же день по приезде он отправился в бал к графине Воронцовой. Появление опального офицера на балу, где были высочайшие особы, сочли неприличным и дерзким. Его враги использовали этот случай как доказательство его неисправимости. На этот раз Лермонтов уехал из Петербурга с тяжелыми предчувствиями, оставив родине на прощание свои стихи «Прощай, немытая Россия». В Пятигорске, куда он приехал, жила большая компания веселой молодежи. Его давнишние знакомые. Время проходило в шумных пикниках, кавалькадах, вечеринках, с музыкой и танцами. В этой компании находился и отставной майор Николай Мартынов, любивший пооригинальничать, порисоваться, обратить на себя внимание. Лермонтов часто зло и едко вышучивал его за напускной байронизм, за страшные позы. Между ними произошла роковая ссора, закончившаяся вечно печальной дуэлью. Поэт пал жертвой своей двойственности, нежной и отзывчивой. Для небольшого круга избранных он по отношению ко всем прочим знакомым держался всегда заносчиво и задорно. Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение о его смерти гласило: 15 июня около 5 часов вечера скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов. По словам князя Васильчикова, в Петербурге, в высшем обществе, смерть поэта встретили словами «Туда ему и дорога». Весной 1842 года прах Лермонтова был перевезен в Тарханы. В 1899 году в Пятигорске открыт памятник Лермонтову, воздвигнуты по всероссийские подписки. Вот такая короткая жизнь, неполных 27 лет. Но какая яркая. Жизнь и судьба Михаила Юрьевича Лермонтова, подобно яркой комете, на миг осветивший небосклон российской духовной жизни 30-х годов. Везде, где появлялся этот удивительный человек, раздавались возгласы восхищения и проклятия. Ювелирное совершенство его стихов поражало как грандиозностью замысла, так и непобедимым скепсисом, силой порицания. Судьба Михаила Юрьевича Лермонтова и его творчество тесно взаимосвязаны, что наложило отпечаток на образ его лирического героя. Лирический герой – своего рода художественный двойник автора-поэта, выступающий в качестве лица, наделенного личной судьбой, психологической отчетливостью внутреннего мира и почесть и чертами пластической определенности, облик, повадки, осанка. Итак, когда мы говорим, ребята, о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, мы обязательно должны упоминать его муз, его женщин,
Сложная и глубокая натура Михаила Юрьевича Лермонтова особенно раскрылась в стихотворениях, обращенных к женщинам. Волнение любви поэт начал чувствовать очень рано. Одним из первых адресатов его любовной лирики стала Екатерина Александровна Сушкова. Ей было посвящено стихотворение «Нищий» и еще целый ряд стихотворений, составивших Сушковский цикл. Сушкова в заморстве Хвостова Екатерина Александровна, 1812 и 1868 годы. Красивая, умная, ироничная, стала предметом юношеского увлечения Лермонтова лет 1830 года. Сама Сушкова так вспоминала об этой паре. Мы обращались к Лермонтову как с мальчиком, ну потому что ему тогда было 16 лет, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности. Он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина и был неразлучен с огромным Байроном. Екатерине Александровне Сушковой Лермонтов посвятил около 20 стихотворений «Черноокой», «К Сушковой», «Благодарю» и других, которые составили Сушковский цикл. Сушковский цикл. Лирический дневник юноши Лермонтова. Несмотря на традиционную романтическую стилистику, стихи цикла, особенно первые два, отличаются психологической точностью, конкретностью, зарождением чувства, который сам поэт еще не решался назвать любовью. И что ж, разлуки первый звук. Меня заставило трепетать. Нет-нет, он не предвестник мук. Я не люблю, зачем скрывать? И дальнейшее его нарастание, вылившееся в горечь неразделенной любви. Биографическая конкретность проникает и в саму поэтическую стилистику. Притворное внимание, острота речей, насмешка и презрение – все это вплоть до романтического клише. Четный взор, блеск, четный глаз. Сушкову называли черноокой, красавицей. Отражает реальную ситуацию в отношении Лермонтова к Сушкову. Хотя в стихах Сушковского цикла уже вырисовываются черты образа лирического героя, каким он сложится в дальнейшем в поэзии Лермонтова, с его разочарованностью, обманутыми надеждами, бессменными тревогами души. В целом он не выходит за рамки любовной темы. Однако сам образ любви и страдания, как абсолютного и исключительного по силе чувства, такой любви нельзя не верить. Пройдет через всю лирику Лермонтова. Отвергнутая любовь несет герою разочарование во всех ценностях, и в земных, и в небесных. Чем успокоишь жизнь мою, когда уже обратил в прах? Моей надеждой всем краю, а может быть и в небесах, это станция. Мы к разделенной любви Лермонтов предъявляет абсолютные критерии, предпочитая светской, светской благосклонности определенность, чистоту безответности. Это стихотворение «Благодарю». Через многие стихи Сушковского цикла проходит мотив неистребимого первого чувства, не вытесняемого и новыми увлечениями, любя других, я лишь страдал любовью прежних дней. У ног других не забывал. Именно в Сушковском цикле поэт отдает знаменательное для его творчества определение памяти как демона-властелина. Новая встреча поэта с Сушковой произошла 4 декабря 1834 года в Петербурге.
в течение месяца. Лермонтов постоянно бывал в доме Сушковой, уделял ей внимание на балах и, наконец, добился от нее признания в любви. Он так хотел добиться. Тем самым, по представлениям Света, девушка была скомпрометирована. 5 января 1835 года Лермонтов написал Сушковой анонимное письмо, которое привело к разрыву. Сушкова до конца жизни не подозревала, что это письмо, что автором этого письма был сам Лермонтов. Неблаговидность поступка Лермонтова имела, однако, и обратную сторону. За прошедшие годы поэт разочаровался в женской любви и привязанности, и потому увидел в Сушковой лишь кокетку, стремящуюся найти жениха. Наталья Федоровна Иванова. Еще в 1830 году в той же тетради, где написаны стихи, обращенные к Сушковой, появляется стихотворение «НФИ». «Любил я в начале жизни угрюмые уединения». Здесь нет ни признания в любви, ни упреков. Видно только, что Лермонтов ищет сочувствие и утешение. Мои неясные мечты я выразить хотел стихами, чтоб, прочтя сии листы, меня бы применила ты с людьми и с бурными страстями. Из этого стихотворения видно, что уже в 1830 году отношения с Натальей Федоровной были гораздо сложнее, чем с Сушковой, которая относилась к Лермонтову как к мальчишке, дразнила его. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпку, мой зонтик, мои перчатки, рассказывала Екатерина Александровна в своих записках. Наталья Федоровна Иванова в 1813 году родилась, в 1875 году умерла, знакомая Лермонтова, предмет его юношеского увлечения. К ней относится большой цикл стихотворений, так называемый Ивановский цикл. Ободренный в начале знакомства с Ивановой и ее вниманием, Лермонтов вскоре встретил непонимание и холодность. Их отношения окончились разрывом, что придало мрачный характер многим юношеским стихам поэта. Возникают ревность, упреки в обмане, мотивы неверия и в прочность женского чувства. Разрыв с Ивановой вызвал у Лермонтова не только скорбное настроение и даже жажду смерти, но и чувство оскорбленной гордости, обостренное ощущение своего творческого дара, который недопустимо тратить на недостойные предметы. Разрыв с Ивановой относится, видимо, к лету 1831 года. Вскоре Иванова вышла замуж за русского офицера Обрезского. Это итог драматических для поэта отношений, своего рода страстный монолог, построенный как обвинение, отвергнувшее его возлюбленной. Следующая муза поэта – Варвара Александровна Лопухина в замужестве Бахметова. А Варвара Александровна Лопухина, 1815-1851 годы, одна из самых глубоких сердечных привязанностей Лермонтова. Пережив бурное увлечение с Натальей Федоровной, поэт в 1831 году встретился в близкой ему семье Лопухиных с младшей сестрой своего друга Алексея Варвары. Будучи
будучи студентом, пишет его современник, он был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, в полном смысле восхитительную Варвару Александровну. Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно. И едва ли не сохранил его до самой своей смерти. Переезд Лермонтова в 1832 году в Петербург и зачисление в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров помешали обоюдному увлечению развиться, а военные службы и светские увлечения во время заслонили образ любимой девушкой. Однако Лермонтов не переставал интересоваться судьбой Варвары. В письме к ее сестре Марии он писал: «Я очень хотел бы задать вам один вопрос, но перо отказывается его написать». Вопрос был разгадан, и Мария Александровна ответила, что Варенька проводит однообразные дни, охраняющие ее от всяких искушений. Лермонтов успокоился, но не переставал вспоминать Вареньку. Ее профиль мелькает на страницах его юнкерских тетрадей. Между тем, молчание Лермонтова заставило Варвару Александровну, вероятно, под давлением родителей, в 1835 году выйти замуж за Бахметова, человека немолодого. Лермонтов тяжело пережил эту, по его мнению, измену любимой женщины, и горечь утраченной любви надолго окрасила его творчество. Лопухины посвящены стихи «У ног других не забывал» К. и другие. В романе «Герой нашего времени» характер Вареньки Лопухины раздвоен и представлен в двух типах – в образах Мэри и Веры. Сейчас мы с вами приступим к анализу стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова. Стихотворение «Молитва». Стихотворение «Молитва» строится как монолог лирического героя, мольба о счастье любимой женщины, о ее душе. Вероятно, речь идет о стихотворении, самом стихотворении о Варваре Александровне. В ходе монолога вырисовываются три образа Божьей Матери, лирического героя, о той, которой он молится. Внутренняя драма героя, одинокого странника, с пустынной душой, отступает перед образом героини, ее нравственной чистотой и беззащитностью, перед враждебными силами мира холодного. Мольба за нее освещает с новой стороны образ самого героя. Трагедия духовного одиночества не разрушила его глубокого участия и заинтересованности в судьбе другого человека. Молитва проникнута интонацией просветленной грусти, связанной с особым преломлением в этом стихотворении религиозных мотивов. Существование незлобного сердца, родной души заставляет героя вспомнить о другом, о светлом мире упования, в котором теплая заступница охраняет весь жизненный путь достойной души, и ангелы осеняют ее на пороге смерти. Вместе с тем
герой отвергает традиционные формы общения к Богу с молитвой о себе, не о спасении, не перед битвой, но с благодарностью или покаянием, не за свою мою душу пустынную, как бы заранее зная, что благодать его души уже не коснется. В молитве герой провожает благословляющим взглядом деву невинную вплоть до смерти, потому именно, что ему с его отрицательно определившейся судьбой наверняка не предстоит участие в ее жизни. Хотела включить стихотворение само. Кирилл, можете подойти ко мне? Кирилл, можете подойти? Все, все открыла. Я стихотворение просто не открылось. Так, молитва. Послушайте, я прочитаю вам это стихотворение. Я Матерь Божья, ныне с молитвою, пред твоим образом ярким сиянием, не о спасении, но перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою мою душу пустынную, за душу странника в мире безродного. Но вручить хочу деву невинную, теплой, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников, полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мира упования. Срок ли сблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному, лучшего ангела, душу прекрасную. Стихотворение «Молитва», написанное в 1839 году, относится к поздному периоду творчества Михаила Лермонтова. Автору всего 25 лет. Однако он уже успел побывать в ссылке и переосмыслить собственную жизнь, в которой ему попеременно доводилось играть роль и светского льва, и дебошира. Вернувшись с Кавказа в чине корнет лейб-гвардии, поэт осознал, что не в состоянии что-либо изменить в мире, который он окружает. И чувство собственного бессилия заставило его обратиться к Богу, которого, несмотря на классическое религиозное воспитание, Михаил Лермонтов никогда не воспринимал всерьез. Современники поэта, в частности Виссарион Белинский, отмечают, что бурная и деятельная натура Михаила Лермонтова очень часто заставляла его сперва совершать поступки, а после их осмыслять. Бунтарь по жизни, он даже не пытался скрывать свои политические взгляды. Однако несколько месяцев, проведенных на Кавказе, произвели на поэта неизгладимое впечатление. Он был не только поражен восточной мудростью, но и проникся идеями некого высшего начала, которому подчиняется судьба каждого человека. Оставаясь по-прежнему бунтарем, Михаил Лермонтов, по-видимому, решил для себя, что попытки доказать окружающим их глупость и никчемность совсем не та миссия, которая предназначена ему выше. Так, сейчас, ребята, объявляем перерыв на 15 минут. Через 15 минут я вас жду.
Все, ребята, все подошли, отдохнули. Продолжаем дальше. Сейчас картина. Картина смотрит. Итак, его стихотворение «Молитва». Ну, по возвращении в Москву он снова блистает в светских раутах и даже испытывает некоторое удовольствие от внимания к своей персоне со стороны представительниц слабого пола, который прельщает его слава героя, бунтаря, сорвиголовы. Однако из всех барш Михаил Ленин выделяет юную Марию Щербакову, которая однажды заявляет ему, что только молитва, обращенная к Богу, дает душевное равновесие и помогает в самые трудные минуты. Конечно, это было весьма наивно полагать, что человек с задатками атеиста пойдет в храм или даже возьмет священную книгу и сделает свои настольные книги. Тем не менее, Михаил Лермонтов нашел в словах юной особы некую истину, которая была недоступна его пониманию. И он написал собственную молитву, которая стала одним из наиболее светлых и лирических произведений поэта. В этом стихотворении нет слов, обращенных к Богу, нет просьб самобичевания и покаяния. Однако поэт признает, что обычные слова могут обладать целебной силой, очищая душу от скорби, тоски и тяжкого бремени, вызванного осознанием собственного бессилия. Но самое главное, что Михаил Лермонтов действительно следует совету Марии Щербаковой и начинает молиться тогда, когда ощущает себя в ловушке собственных мыслей и переживаний. Тем не менее, страшным врагом поэта являются сомнения, которые, впрочем, свойственны всем молодым людям. Следующее его стихотворение – «Смерть поэта». Сейчас мы с вами проанализируем это стихотворение. Сейчас я вам прочитаю, во-первых, это стихотворение. Стихотворение «Смерть поэта». Это понятное дело, стихотворение было посвящено Александру Сергеевичу Пушкину. Лермонтов написал сразу после смерти Пушкина. «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позор мелочных обид, восстал он против мнений свет, восстал один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь рыдан? Пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданий. Судьбой свершился приговор. Не вы ли с первого так злобно гнали? Его свободный смелый дар и для потехи раздували, что затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спаси меня. Пустое сердце бьется ровно, в руки не дрогнул пистолет. А что за диво издалека? Подобно сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой, язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всем миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит.
и взять могилу, как тот певец, невидимый, но милый. Добыча ревности глухой, воспитываем с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный? Для сердца вольного и пламенных страстей. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей. И прежде сняв венок, они венец терновый, увиты лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело, отравлены его последние мгновения коварным шептом насмешливых надежд, насмешливых невест, и умер с напрасной жаждой мщения, с досадой тайной обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Пьет певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятую ли рабскую поправшие обломки, игрую счастья обиженных родов? Вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачей. Таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и право, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибрегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной крови, поэта праведную кровь. Это стихотворение «Смерть поэта». Это лирический монолог, в котором гневная речь поэта-оратора состоит из резко меняющихся по своей ритмике отрывков. Столь же резко меняется тональность и стиль. С одной стороны, возмышленная декламационная лексика, восходящая к жанру оды, а с другой – задумчивая речь, состоящая из воспоминаний, размышлений, сожалений. Давайте мы сейчас внимательно прочитаем это стихотворение. Я вот прочитала, теперь внимательно проанализируем его. С одной стороны, автор использует обличительные эпитеты, броские, негодующие. Какие они? Давайте посмотрим. Не вынесла душа поэта позором мелочных обид. Восстал он против мнений света один, как прежде и мелочные обиды. С другой стороны, он использует слова и образы, взятые из элегии. Замокли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Пьет певца углем и тесь, и на устах его печать. Гневное обличение меняется рассказом, его убийца хладнокровно. Затем лирическим размышлением, затем снова ораторской речью и лидией, опять декламацией. А вы надменные потомки, это 16 строк. Последний. Ритм и речь передают нервное состояние и страстное переживание, исполненного негодования и чрезвычайно взволнованного поэта. Лермонтов вспоминает стихотворение и другого поэта, Ленского, из романа «Евгений Онегин», образ которого подчеркивает трагическую участь Пушкина и типичность трагедии
творческие личности. Лермонтов написал стихотворение не сколько о Пушкине, о человеке и о Пушкине поэт, сколько о Пушкине избраннике. Поздний Пушкин уже давно не соответствовал тому образу, который нарисован Лермонтовым. Автор в большой степени думал над образом поэта вообще. Поэта гонимого, одинокого, в его вечном противостоянии толпе, о его конфликте с властью и с неразрешимостью этого конфликта. Поэтому лермонтовская образность восходит как и до пушкинской, так и пушкинской романтической образности. И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увиты лаврами надели на него, но иглы тайные суровы язвили славное чело. Несколько раньше Лермонтов сказал о дружбе простодушной, о завистливом свете, о губительном для сердца поэта. Здесь вновь стала тема коварства и лицемерия света, который, воздавая хвалу поэту, надевая на его голову прикрытый лаврами венок, на самом деле возложил на его голову венок терновый, колючий. Эта романтическая, метафорическая образность была использована и энергично укреплена Лермонтовым. Зачем? От мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей. Можно сказать, что Лермонтов с помощью романтической образности воссоздает характерный духовный портрет романтического героя. Лермонтов значительно обобщает и символизирует образ поэта, приравнивая его к Христу, распятому на кресте за проповедь истины. Поэтическое же поприще он сравнивает с крестной мукой. Все это придает смерти поэта романтическую приподнятость, высокую степень обобщенности. Конфликт поэта с окружающим миром выглядит трагически неразрешим. Сейчас посмотрим композиционную часть. Первая часть стихотворения 33 строки. Энергично вводит основную тему. Тема в ее особом лермонтовском повороте. Не просто гибель поэта, но убийство, неизбежное следствие его давнего одинокого противостояния свету. Не столько скорбь надгробного слова, но и страстность обличения. Лермонтов адресует свое обвинение не только прямому убийце поэта Дантесу. За несколькими уничтожающими штрихами, рисующими бездушного, безликого ловца счастья и чинов, человека с пустым сердцем, Дантес, стоит куда более значимый образ всех врагов и гонителей свободного, смелого дара поэта. Вторая часть стихотворения. Следующие 23 строки. Стилистически значительно отличается от первой. Страстное обличение как бы уступает место надгробной элегии. Скорби по поводу безвременной гибели героя-певца. В этой части Лермонтов более всего лиричен, давая волю глубоко личному чувству любви и боли. Третья часть, последние 16 строк, а вы надменные потомки, знаменитые прибавления. Здесь обвинение вырастает в проклятие в адрес тех, кто таится под сенью закона, перед кем суд и правда
Все молчи. Речь уже идет не столько о врагах Пушкина, сколько о всегдашних палачах свободы, гения и славы. Единственное, что может поэт противопоставить их безнаказанно подавляющей силе, это свое презрение и веру в необратимость высшего суда. Давайте посмотрим, что за ритмическая организация стиха. Стихотворение написано сначала четырехстопным ямбом, дальше четырехстопный ямб меняется вольным четырех-, пяти-, шестистопным. Если прочесть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Андрей Шенье» и посвященное к поэме «Кавказский пленник», то мы увидим, что стихотворение, созданное Лермонтовым, погруженный в пушкинскую поэтическую стихию. И Лермонтов не раз обращался к его темам и образам. Во-первых, в стихотворении присутствует достаточно очевидный параллель с Ленским, сраженным, как и он, безжалостной рукой. Во-вторых, возникает перекличка со строчками пушкинского «Андрея Шенье», «Элегии о поэте», «Гибнущем на плахе», где герой, в частности, говорит: «Зачем от жизни сей, ленивый и простой, я кинулся туда, где ужас роковой, где страсти дикие, где буйные невежды, где злоба и корысть?» И, наконец, в определении поэта как невольника чести тоже прослеживается пушкинская реминисценция. Невольник чести беспощадный, вблизи видал он свой конец, на поединках твердых хладный, встречая гибельный свинец, кавказский пленник. Еще раз повторяю, в стихотворении Лермонтова предстает некий обобщенный образ поэта. В силу своего гения, одинокого, гонимого, находящегося в неразрешимом противоречии с владыками земными. В данном стихотворении впервые отчетливо прозвучала типичная для лермонтовской поэзии тема поэта и толпы. Это стихотворение «Смерть поэта». Следующее стихотворение, которое мы сейчас с вами посмотрим, послушаем, это стихотворение «Дума». Сейчас я прочитаю это стихотворение. «Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно. Меж тем, под временем познаний и сомнений, в бездействии состарится оно. Богаты мы едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без целей, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, перед опасностью позорно малодушны. В начале поприща мы вянем без борьбы, и перед властью презренные рабы, как тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя ни глаз. Висит меж цветов пришелец осиротелый, и час их красоты, его падение час. Мы иссушили ум, науку бесплодную, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучшие и голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждений, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боясь присочения, мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создание искусства. Восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, закрытый скупости и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни судьбе. Ничем не жертвуя ни злобе, ни судьбе. И царствует в душе какой-то холод тайны, когда огонь кипит в груди, в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И к гробу мы спешим без счастья и славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмую и скоро позабытый, над миром мы пройдем без шума и следа. Не бросивший векам, ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш со строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом. Стихотворение позднего Лермонтова написано в 1838 году. Думаю, одно из наиболее значительных стихотворений в гражданской лирике Лермонтова. В нем поэт подытожил мысли, волновавшие его с юности, о судьбе поколения, которое утратило героические черты, политическую активность, высокие нравственные идеалы. В самой постановке этих вопросов, как со всей картины единого состояния общества, нарисованной Лермонтовым, отразились характерные черты эпохи николаевской реакции конца 30-х годов. Теперь обратимся к композиции стихотворения. Композиция стихотворения «Дума» способствует постепенному раскрытию основной мысли поэта. По справедливому утверждению Фохта, кольцеобразно замкнутая композиция, она указывает на беспросветность будущего современного поэта поколения, прослеживает композиционные особенности стихотворения «Дума», обнаруживаем сочетание строгой логики мысли с богатым чувством поэта. Какие же выразительно изобразительные средства помогают автору достичь этого сочетания? Но обращаем прежде всего на торжественную лексику. Грядущие под бременем, презренные рабы, пришельцы, чаша, со строгостью судьи и гражданина и другие, подчеркивающие важность и значимость размышлений поэта, их философский смысл. Выражение печали автора «печально я гляжу на наше поколение» помогает постоянно сравнение, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом, как тощий плод до времени созрел. И вместе с тем обращаем ваше внимание, ребята, на то, что, как выражено, страстное желание пробудить современников к осознанию необходимости изменить образ жизни и мышления, тем более, что они обладали большими духовными возможностями. Лучших сил не сберегли, говорит он. Надежда лучшая и голос благородный. Мы жадно бережем в груди остаток чувства. Бесполезный клад, огонь кипит в груди, в крови. Наконец, для стихотворения характерно использование приема антитезы,
противопоставление. Страстно желаемому реальному. Страстно желаемого реальному. Шевырев назвал стихотворение ужасной эпитафией всему молодому поколению. Белинский, Виссарион подчеркивал, что эти стихи написаны кровью. Они вышли из глубины оскорбленного духа. Это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, а тысячу раз ужаснее физической смерти. Если под сатиру можно разуметь невинное зубоскальство веселеньких остроумцев, огромное негодование, грозу духа, оскорбленного позором общества, то дума Лермонтова есть сатира, и сатирой есть законный род поэзии. Фохт назвал Думу социальной элегией, характерно лермонтовской жанровой формы, далекой от элегии сентиментально-романтической литературы, например, элегии Жуковского. А романтическое настроение Лермонтова и его героев придают стихам форму печальных раздумий. Но это печаль сильного человека, не боящегося даже самых горьких и жестоких упреков самому себе. Отсюда и мотивы неприятия действительности, трагическое мироощущение, осознание разлада в собственной душе. Одна из существенных черт романтического героя Лермонтова – потребность в активном действии, в деятельности мыслей. Так, сейчас картину вам поменяю. Вот это стихотворение «Парус». Вот Пятигорск. Итак, сейчас мы с вами подытожим. Таким образом, творчество Лермонтова условно принято делить на два периода. Обратите внимание, на два периода. Если творчество Пушкина можно было делить на 9 периодов, на 9 этапов, да, то здесь всего два этапа. Первый период – это до 1837 года, считается ранний период. Следующий период – это уже поздний, зрелый период. То есть ранний и зрелый. Лирический герой раннего Лермонтова – поэт, сын рока, с бременем трагических вспоминаний, с печатью страстей на челе, вечный странник, свободы друг, природы сын, но при том и разочарованный демон, для которого характерно уединенное самопознание. Лирический герой раннего Лермонтова – романтик. В нем живет желание блаженства, образ небесно-земного, совершенного мира, населенного чистейшими, лучшими существами,
и стремление погрузиться в этот мир. Лирический герой более позднего Лермонтова сохранил за собой в форме многозначительных намеков и насказаний личную предысторию, тот груз прошлого, который дает право судить о болезни века изнутри, и собственного катастрофического опыта. Его дух мощный и гордый, Пелинский сказал, звучит уже за чертой пережитого в дни перипетий собственной судьбы. Давайте мы с вами сейчас вспомним теперь еще раз, каковы мотивы лирики Лермонтова. Мотив. Что такое мотив? Мотив – это устойчивый смысловой элемент художественного текста, повторяющийся в пределах ряда литературных художественных произведений. Мотивами называют и характерные для поэта лирические темы. Вычленение и анализ поэтических мотивов важны как способ постижения художественного мышления и сознания поэта. В лирике Лермонтова отчетливо прослеживаются следующие мотивы. Свобода и воля – центральный мотив, определяющий мятежный пафос поэзии Лермонтова, то есть свободолюбивая лирика, так мы называем, вольнолюбивая, свободолюбивая, синонимы. Второе – действие и подвиг, опорные мотивы. Это тема поэта и назначение поэзии. Тема поэта и поэзии. Действие – основа существования человека. Подвиг – это тот след, который он должен оставить в жизни. Следующий – одиночество, мотив и основная тема творчества. Михаил Лермонтов был очень одиноким человеком. Тема одиночества у него по всему творчеству проходит. Четвертая тема – странничество. Это мотив обусловлен бесприютностью героя в мире устоявшихся, но уже дискредитировавших себя ценностей. Странник Лермонтова не знает надежды на возвращение. Его дорога бесконечна, и смерть – лишь продолжение земного пути. Духовный мир странника, мир прощаний и вспоминаний. Пятый – изгнанничество. Изгнанник проклят, обречен на скитание. Но в то же время это проклятие – знак избранности по отношению к толпе и другим. Раздумье о назначении поэта, о роли поэзии в жизни общества, о божественной природе вдохновения и ответственность за этот дар уже не раз звучали в русской литературе. Вспомним памятник Державину, певец восстания русских воинов Жуковского, поэт-пророк, я памятник себе воздвиг нерукотворный Пушкин. О трагической участи поэта, пророка, писал Лермонтов, посвятил этой своей теме много стихотворений. Но одно из главных стихотворений темы поэта и поэзии – это смерть поэта. На этом уроке мы это стихотворение с вами рассмотрели, проанализировали. Сейчас, ребята, я хотела бы включить романс, написанный на стихи Лермонтова. Так, если получится, чтобы послушали. Так. Вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой,
горные вершины. Спят во тьме ночной тихие долины, полны свежей мглой. Горные вершины спят во тьме ночной тихие долины, полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Итак, послушали, да? Сейчас я бы хотела, чтобы включили чат, и вы задавали вопросы.